Добро пожаловать на тренировку. Сегодня у нас будет снова тренировка по кумите. Рад всех видеть в нашем додзе, додзе клуба GK Беларусь, санга. Киоцке. Шомени рип. Отагани рип. Начнем разминку. Прыжки на месте. Ични, сан, ши, го, рок, шич, хач, кюдзю. Вперед, назад. Ични, сан, ши, го, рок, шич, хач, кюдзю. Ични, сан, ши, го, рок, шич, хач, кюдзю. Прыжки на месте. Сейчас, когда мы делаем прыжок вперед, назад, двойной цуки. Ични, сан, ши, го, рок, шич, хач, кюдзю. И прыжки на месте. И выносим колени крест-накрест. Ич, ни, сан, ши, го, рок, шич, хач, кю, дзю, хё. Ич, ни, сан, ши, го, рок, шич, хач, кю, дзю. Прыжки на месте. Наслаждаемся. Сейчас потихонечку тело должно согреться. Тогда можно будет начать работать выпады. Ич. Выдох, прыжки. Ни. Прыжки. Сан. Ши. Го. Рок. Шич. Хач. Кю. И последний раз. Дзю. Ай, йой. Ай, шизентай. И дарь камайте чоку цуки. Ич. Медленно. Ни. Сан. Ши. Полную скорость. Ич. Ни. Сан. Ши. Гоп. Рок. Шич. Хач. Кип. Дзю. Эй, прыжки на месте. Ай, стряхнули ручки, расслабились. И сейчас по команде подпрыгнуть высоко на прямых ногах. Ич. И теперь можно дотянуться руками до потолка. Ни. У меня это реально получится. Поэтому я стараюсь не прыгать слишком высоко. Сан. Дотянуться руками наверх. Ши. Ой. Го. Важно контролировать себя. Рок. Шич. Хач. Кип. И последний раз. Дзи. Эй. А сейчас во время подпрыгивания мы должны сделать два удара в потолок. Левой, правой. Эч. Левой, правой, левой. Ни. Сан. Чи. Каждый раз меняется порядок движения. Левая, правая, потом правая, левая. Го. Рок. Шич. Хач. Кип. Последний раз. Дзю. Эй. Шагом марш. Ай, на месте вращение руками вперед. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Шич. Хач. Кю. Дзю. Назад. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Шич, хач, кю, джу. Стряхнули ручки. Окей. Ай, левая рука впереди. Ай, шаг в сторону. Кибадачи. Ай, кибадачи, чокцуки. Ич. Ай, вернулись на место. Другая сторона. Ни. Ай, вернулись на место. Сан. Вернулись. Ши. Вернулись. Го. Вернулись. Рок. Вернулись. Шич. Вернулись. Хач. Вернулись. Ки. Вернулись. Последний раз. Дзи. Хай. Эй, на уре. И руки на пояс, вращение тазом. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Шич. Хач. В другую сторону. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Шич. Хач. Руки замок за голову. Эй, колено к локтю крест-накрест. Ич. Другая нога. Ни. Сан.
Ши. Очень хорошее упражнение. Го. Оно вовлекает очень много мышц. Работаем и слушаем. Работаем и слушаем. И все тело сразу включается. Кю. Дзю. И стряхнули таз. Это упражнение включает мышцы торса. Это очень важно для нас. Меняем теперь упражнение. Теперь колено к локтю в сторону. Ич. Ни. Не спешите, соедините локоть, колено, сан. И задержите на секундочку. Ши. Задержали. Го. Подержали, отпустили. Рук. Шич. Хач. Кю. И дзю. Окей. Круги бедрами. Правая нога работает назад. Ич. Вперед. Ни. Продолжаем точно так же. Вот. Если вы сейчас смотрите тренировку, в чат пишите, кто здесь присутствует. Если вы сейчас занимаетесь, пишите, например, я, Дима, Осика, я занимаюсь. Вот, качество связи отличное, полет нормальный. И меняем ногу, другая нога назад, ич, и вперед, ни, назад, сан, вперед, ши. Здесь нога заводится назад за ногу, ставим назад, ногу за ногу, потом возвращаем на свое место. Продолжаем. Вот. Обязательно, пожалуйста, в чат все напишите, кто занимается. Фамилия, имя. Это для тех, кто занимается в моем клубе. Окей, эйяме. Хорошо. Левая нога впереди, махи правой ногой. Ич. Ни. Сан. Растяните ножку, не скукоживайте туловище. Спинку максимально ровно держите, руки подняли. Го. Рок. Ручки подняты. Шич. Хач. Кю. И последний раз. Дзю. И меняем ногу. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Шич. Хач. Кю. И последний раз. Дзю. Ху. Окей. Майгири. Эхи сукудачи. Майгири. Правая нога. Ич. И левая. Ни. Сан. Не вращайте туловище, оставляйте туловище ровно. Си. Ручки помогают. Го. Рок. Шич. Хач. Кю. Последний раз. Дзю. Эй. Эй, ямы. Хорошо. Правая нога впереди становится. И правая нога мах назад. Ич. Руки держим поднятыми. Значит, назад подвижность бедра меньше, чем вперед. Вперед. Больше можно ногу поднять, чем назад. Поэтому нам неизбежно приходится наклоняться. Но не наклоняйтесь так, чтобы аж прямо носом удариться в пол. Ни. Продолжаем. Сан. Через плечо одноименное смотрим за своей пяткой. Ши. Стоите, чтобы пятка была вверх поднята. Го. Рок. Сич. Хач. Кю. Последний раз. Дзю. Ой, меняем стойку. Сейчас у нас левая нога впереди. Левая выполняет мах. Ич. Ни. Сан. Си. Ко. Кто много тренируется, у вас мышцы забиваются. Рок. Нужно больше уделять внимание растяжке в динамике. Шич. То есть движение. Ач. Кю. И последний раз. Джу. Ой, хорошо. А сейчас... И левая нога впереди, зенку судачи. Левая нога впереди, зенку судачи. Я присаживаюсь вниз. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Руки камая, боевое положение. Колено касается пола. Шич. И последний раз. Хач. Окей, сейчас я присаживаюсь. И этой ногой у широгири. Смотрите. Ич. Ни. И камай. И поехали на один счет. Ич. Присел. Толкнул. И снизу, получается, толкаю. Ни. Сел. Толкнул. Сан. Сел. Толкнул. Получается, у вас, когда садитесь, вот эта нога больше загружается, она будет лучше вас толкать. Ши. Сел. Толкнул. Го. Сел. Толкнул. Рок. Сел. Толкнул. Шич, сел, толкнул. И последний раз. Ач, сел, толкнул. Ай-ки-ай. И поменяли стойку. Правая нога впереди.
Эзинку с удачей. Ич, сел. Выпрямился. Ни, сел. Выпрямился. Сан, сел. Выпрямился. Последний раз. Ши, сел. Выпрямился. Сейчас сажусь. И вместо того, чтобы выпрямиться, я выпрямляюсь туда весь целиком с уширогири. Ай-ой. И сел, защитился, выпрямился. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сел, толкнул. Ши. Сел, толкнул. И последний раз. Ха. Сел, толкнул. Окей. Ай, яме. Ай, хидари камайте. Левая рука впереди, шаг вперед, уйцуки или дзюнзуки, ич, и возврат, ни, и назад, а теперь скорость, сила, ич, назад, ни, назад, дзюнкуцудачи работаем, сам, сзади нога выпрямилась, толкнула нога, толкнула, и назад, си, используйте толчок задним бедром, и назад, гол, и назад. Рок. Назад. Шич. Назад. Хач. Назад. Еще два раза. Кю. Назад. Последний раз. Джи. Эй. Эй, ямы. Стряхнули ручки. Эй, левая нога впереди. Правая нога назад. Гякудзуки. Эй, медленно. Эй, хидари камайте. Вместе со мной медленно. Ич. Поза ровная. Назад. Вернулись. Рука осталась. И другая нога назад шагает. Другая рука бьет вперед. Ни. И вернулись. Несмотря на то, что вы шагаете назад, у вас должно быть ощущение, что вы бьете вперед. То есть вы реально бьете вперед. Шагая назад, вы не должны уйти сильно назад. Шагая назад, ваш таз бьет вперед все равно. Поясницу как бы толкнуть вперед. Эхидари камайте. Немножко силы, скорости. Ич. И вернулись. Ни. Вернулись. Сан. Вернулись. Си. Толкайте поясницу вперед. Вернулись. Гол. Вернулись. Рол. Вернулись. Сич. Вернулись. Ач. Вернулись. Еще два раза. Ки. Вернулись. Последний раз. Зи. Эй. Эй, наури. Ай-ой. Хорошо, следующее задание. Из хейсок удачи мы делаем маягири и убираем ногу назад в дзюнкуцудачи. Маягири. И вернуть ногу на место в хейсокудачи, шизентай. Итак, сейчас время. Правая нога бьет. Эй, правая нога. Ич. Эс. Правая нога. Маягири вернуться сюда. Ни. Эй, левая нога все время бьет. Левая назад. Сан. Левая на место. Ши. Правая. Гоп. Рок. Левая. Шич. Хач. Правая. Кип. Дзю. И последний раз левая. Ич. Икиай. Ни. Эй. Правая рука в сторону. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Шич. Последний мах. Хач. И другая нога. Влево. Ич. Восемь махов сделаем. Ни. Сан. Поднимайте ногу, как будто бы вы будете бить йокогири. Ши. Гоп. Рок. Шич. И последний раз. Хач. Фу. И кушай, маваште. Повращали тазом. Окей. Ай, растяжка в шикудачи. Шикудачи. Ай, локти поставили, раздвинули свои бедра. Итак, одно плечо. Раз. И держим. Открываем свой таз. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Шич. Хач. Дзю, меняем сторону. Ич, ни, сан, ши, го, рок, шич, хач, кю, дзю. Стоим в шикудачи. Шикудачи, камай. Эй, руки здесь собрали. Ич, гякуцуки. Другую сторону. Ни, гякуцуки. Повторяю, это шикудачи, не кибадачи. Когда мы из шикудачи работаем, мы вращаем одно бедро, поворачиваем бедро. Вторая нога остается неизменно.
мы ее никуда не увозим. Таким образом, у нас получается здесь максимальное сдавливание бедра. Шиме. Мы стянули здесь. И гякуцуки ударили немножечко по диагонали в ту сторону. И вернулись к камае. Потом у нас эта нога неподвижная. Это бедро поворачивается. Мы становимся на вот эту часть под большим пальцем. Вот сюда, под большим пальцем сюда становимся. Делаем гякуцуки в другую сторону. Как видите, стойка должна получиться очень низкая. Если шикудачи это скамеечка, то это тоже скамеечка. Ай, поехали. Ай, работаем медленно. Руки собрали. Ич. Ни. Напоминаю, что это и тренировка бедер, и растяжка. Сам. И назад. Ши. И назад. Го. И назад. Ро. И назад. Шич. И назад. Хач. И назад. Кип. И назад. Последний раз. Ди. И назад. Айяме. Это растяжка, стретчинг и укрепление бедер. А что сейчас? На один счет делаем быстро в сторону удар и назад. Айкибадачи. Шикудачи камайте. Шикудачи. Айкамайте. И начинаем с левой руки. Ич. Ни. Движение снизу. Сон. Начинаем. Волна отсюда. Ши. Отсюда движение. Го. Ро. Шич. Хач. Ки. Дзи. Хей. Ай, яме. Ай, куши, может, ты. Стряхнули. Ай. Упражнение для баланса и силы бедер. Конькобежец. Скейтерс. Ай, камай. Я становлюсь на правую ногу. Левая рука тянется вниз. Правая рука за спину. Правая нога, правая рука. Левая рука. Ай, сейчас я толкаю в сторону и меняю. Ич. И баланс поймать. Равновесие. Ни. Толчок в сторону. Сан. В карате нам очень часто приходится толкаться в сторону. Ши. Го. Периодически во время кумите мы принимаем боковую боевую стойку. Рок. Шич. И из нее нужно толкнуться. Хач. Приземление с балансом. Ки. Дзи. Эй. Эй, повращали тазом. Куши можешь ты. Влево, вправо. А что, садимся на пол, растяжка бабочкой. Растяжка бабочкой. Ич, ни, сан, ши, го, рок, шич, хач, кю, дзю. Ноги вперед. Растяжка бицепсов, бедра, сидя, обхватили свои стопы. И тянемся, спинку ровно держим. Ич, ни, сан, ши, го, рок, шич, хач, кю, дзю. Закинули одну ногу сверху. И стопа. Вращаем стопу. В другую сторону. И бедро наклоняем вниз. Сосредоточьтесь на своем бедре. Оно должно у вас почувствовать, должны почувствовать, что оно открылось. Положили ножку рядышком. Нога плотно лежит, спинка ровная. И обхватили одной рукой стопу, второй рукой стопу. Ровно. Носок на себя. Плечи ровно. Вот это неправильно, вот это правильно. Ни сан ши го рок шич. Меняем ногу. Поменяли. Закинули сверху стопа. В одну сторону, в другую сторону. Стопы разминаем. А теперь бедро открываем. Спинку обязательно вытянуть. И наклоняем вниз бедро. Го, рок, шич, очки. Положили стопу внизу. И растяжка. Раз одной рукой прихватили, два второй рукой прихватили. Тянемся. Ич, ни, сан, ши, го, рок, шич, хач. Окей, ножки в стороны. Обхватили обе ноги. Ич, ни, сан, ши, го, рок, шич, хач, кю, дзю. Эй, сейчас перекаты с пятки на носок. У нас из этого положения, это положение должно быть ниже, чем занкуцудачи. Ваш таз должен упасть очень низко. И пятка на носок. Задняя нога все время вращается. Бедро вращается, пятка. Носок. Ич. Ни. Еще два раза. Сан. И последний раз. Ши. Окей. Поменяли сторону. И другая сторона. Задняя нога на носке. Сейчас эта стойка ниже, чем занкуцудачи. И заднюю ногу разворачиваем на бедре. Ставим на пятку. Ич. И на носок. Ни. И на носок. Сан. И последний раз. Ши. Окей. Хорошо. Становимся сейчас на колено. И левая нога впереди.
Значит, сзади ножку освободили, носочек выпустили. И садимся на одну ногу сайдза. Вторая нога близко. То есть, как если бы сайдза было вот так, это неправильно. Вот так вот правильно сайдза. И отсюда одна нога вперед. То есть, коленочка близко возле коленочки. И потянули носочек на себя. Ич, ни, сан, ши. Перекатились вперед, толкнули таз вперед и удерживаем его. Ич, ни, сан, ши. Назад. Го. Рок, шить, хач, вперед. Го, рок, шить, хач. Поменяли ногу. Это тоже хорошее упражнение для растяжки мышц живота и для раскрытия бедер. И назад сели, натянули на себя. Это икроножные мышцы и квадрицепс растягиваются. Ич, ни, сан, ши, вперед. Го, рок, шить, хач. И назад. Ич, ни, сан, ши, и вперед. Го, рок, шить, хач. Окей, следующее разминочное упражнение. Это чередование майя-гири и йога-гири. Посмотрите, пожалуйста, внимательно из положения дзен-кутсудачи. Мы выполняем майя-гири, поднимая колено как можно выше груди. Потом йога-гири мы начинаем точно так же и разворачиваемся на опорной ноге, выталкиваем йога-гири в сторону. Готовы? Ай-ой, ай-хидарика-майта, левая впереди. Руки здесь, смотрите, чтобы колено поднялось у вас между рук. Майя-гири, ич. Йокогири ни, сан, ши, го, рок, шич, хач, кю, и последний йокогири кияй, зю, хей, яме, аши, окейте, поменяли ногу, правая нога впереди, руки подняли. Коленочка вот сюда поднимается. Майя-гири ич. Йоку-гири ни. Майя-гири сан. Йоку-гири ши. Разворачивайте опорное бедро, когда бьете йоку-гири. И не разворачивайте, когда бьете майя-гири. Эй, коп. Рок. Руками не размахивайте. Шич. Руки не размахивают. Хач. Последний майя-гири кип. И последний йоку-гири дзи. Кияй. Ай, науэ. Эй, куши можете. Бедра растянулись, разогрелись. Еще раз конькобежец в несколько большем темпе. Ай-ой. Ай, камайте. Ич. Ни. Сам. Си. Гоп. Рок. Сич. Ач. Кип. Дзи. Ай. Приземление на одну ногу с балансом очень важно в карате. Это случается часто, например, мы атаковали кидзами, идет приземление на одну ногу. Этот момент нужно почувствовать. Конькобежцы, скручивание внутрь, кидзами суки, тоже скручивание внутрь. Еще 10 раз, на правую ногу встали. И, ич, ни, сан, ши, го, рок, шич, ач, кю. Последний раз, дзю, хей, ай, яме, ай, позапр. Сегодняшнее перемещение йори-аши. Я напоминаю, что такое йори-аши. Йори-аши – это перемещение, когда у нас мы вперед начинаем с передней ноги, назад – с задней ноги. Влево начинаю с левой ноги, вправо – с правой ноги. Все перемещения в карате относятся к типу сури-аши, в основном, кроме фумидаши. Вот фумидаши – это топающие перемещения. В основном все перемещения сури-аши, то есть скользящие и плавные. Очень важно, значит, следить за тем, чтобы центр тяжести не поднимался высоко вверх. Йори-аши, йори-аши. Как сегодняшнее задание, сегодняшнее упражнение? Это один йори-аши большой назад, два йори-аши вперед. И давайте медленно. Назад большой йори-аши, начинаем с задней ноги. Ич, вперед, два, ни. Окей, и камай. Сан, ши, и камай. Го. Рок, раз, два. Вперед, оба раза с передней ноги начинаем. И назад, шич. Вперед, хач. И камай. Кип. Вперед, дзю. И поменяли стоечку. Правая нога впереди. И назад, большой юряши. Ич. Вперед, два маленьких. Ни. И вернулись на свое место. И назад, большой юряши. Сам. Вперед, ши. И вернулись. Камай. Гоп. Рок. И камай. Во время движения не размахивайте руками. Смотрите, типичная ошибка. Типичная ошибка. Руки должны быть собраны. Назад. Шич. Вперед. Хач. И последний раз назад. К.
Кип. Вперед. Джи. Окей, ямы. Сейчас мы должны будем делать с вами на один счет. Это перемещение. Это очень простое перемещение. Назад два, вперед один. Скользящее движение. Назад с задней ноги, вперед с передней ноги. И с прыжков на месте. Как только услышали счет, сразу один назад, вперед два. Один назад, вперед два. Ай-ой. Ай, прыжки на месте. Ич. Ни. Сан. Ши. Последний раз. Го! Эй! Постарайтесь, пожалуйста, чтобы у вас пауза между движением назад и вперед была как можно меньше. Уходя назад, помните, как мы делали на прошлой тренировке, вы должны уходить назад и вниз. Отсюда я толкаюсь задней уже ногой, для того, чтобы передняя нога выскользнула вперед. Назад и вниз. Колено смотрит вперед, а не в сторону. Раз, два. Окей? Эй. Тогда, если поняли, сделаем чуть-чуть интенсивнее на эту же стойку. Хидарикамай. Ич. Ни. Сам. Ши. Последний раз. Го! Эй! Типичная ошибка с йориаши, вообще с суриаши, это топание ногой. Топать нельзя. Типичная ошибка. Высоко поднимать ногу для шага вперед нельзя. Надо начинать с выталкивания центра тяжести вперед. То есть я беру задней ногой, выталкиваю свою массу вперед. Получается, я скольжу над татами. Постараемся. Правая нога впереди. Правая нога впереди. Мигикамате. Окей, назад один, вперед два. Ич. Ни. Хоп. Сам. Ши. Последний раз. Го. Эй. И релакс. Ямы. Кушимосте. Медленно сейчас на один счет. Ситуация такова. Нас атакуют. Мы уходим назад скольжением йориаши с защитой. Это может быть нога в шелке. Это может быть нога в шелке другой рукой. Это может быть, в конце концов, глухая защита. Это может быть хайвануке или хайвануке. Неважно, какая защита. Вперед идет сразу же контратака. Мы должны быстро перейти с защиты в контратаку. Ситуация такая. Соперник вас атаковал. И вы увидел, что вы защитились хорошо, эффективно, быстро ушли назад, разорвали дистанцию. И он решил отказаться от своих намерений и начинает отступать. И очень часто на соревнованиях низкого очень уровня это выглядит так. Вот так это выглядит на соревнованиях низкого уровня. Этот атакует, этот уходит. Потом этот атакует, этот уходит. Так. А должно получиться так. Съел. Должно получиться так, что вы должны очень быстро перестроиться от защиты в контратаку и быстро съесть своего соперника, пока он еще только отходит назад и думает, что ему делать. Это для вас самый выгодный момент, когда соперник думает. Окей, работаем сейчас. Медленно, на один счет. Защита назад, контратака кидзами, цуки гяку, цуки вперед. Медленно вместе со мной. Ич, защита. Первое скольжение кидзами, цуки. Второе гяку, цуки. Эй, камай. Эй, ни. Защита. Кидзами. Гяку. И назад. Сан. Вперед. Два раза перед ноги старту. Медленно. Ши. И последний раз медленно. Го. Окей. Сейчас из прыжков на месте делаем это в полную скорость. Я советую вам делать блок правой рукой, потом кидзами левой, гяку правой. Эй, прыжки на месте. Невысоко прыгаем. Помним, что мы не должны трясти своим центром тяжести вот так. Он у нас низко находится, чтобы он мог быстро скользить назад. Ай, приготовились. Ич. Назад, потом кидзами гяку. Ни. Сан. Си. Последний раз быстро на эту сторону. Го. Эй. Эй, ямы, встряхнулись. И меняем стоечку. Правая нога впереди. Прыжки на месте. Мигикамайте. Ич. Ни. Раз, два, три. Сан. Раз, два, три. Си. Раз, два, три. Го. Раз, два, три. Эй. Эй, ямы. Очень важно, чтобы ноги ваши успевали двигаться. Нам нужно покрыть дистанцию, то есть догнать соперника.
Раз, защита. Два, три. Если я буду использовать юриаши, я смогу на разные дистанции догнать соперника. Если я буду делать так, раз, и пытаться достать до него, я провалюсь. В тот момент, когда я провалился, я схвачу удар. Внимание, левая нога впереди. Еще раз. Повторяем это движение. Назад, два вперед. Айхидари камайте. Ич. И баланс. Ни. Сан. Последний раз. Два раза еще. Си. И последний раз. Гоу. Эй. Эй, ямы. Стряхнули ручки. Правая нога впереди. Миги камайте. Прыжки на месте. Ич. Ни. Сан. Си. Последний раз. Гоу. Эй. Эй, ямы. Стряхнули ручки. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. И заправили ноги. Хорошо. Сейчас такая комбинация, которую мы называем stop and go. Stop and go – это атакующее действие. Мы входим одним юриаши на своего соперника. Проверяем его реакцию. Передо мной соперник. Юриаши – стоп. Следующее – это go. Я должен сделать второе движение на соперника, уже атакующее. Что мы таким образом проверяем? Мы проверяем реакцию соперника. Какова будет реакция? Возможные варианты. Соперник идет в атаку. Тогда я делаю стоп и юриаши назад. Защита кидзами гяку. Второй вариант, который для меня самый удобный и самый желательный. Соперник не делает в ответ ничего. Он никак не реагирует. Это самый удобный вариант. Стоп. Эй, кидзами цуки. Или стоп. Эй, гяку цуки. Для того, чтобы мне было проще, я должен немножечко поиграть с соперником и заставить его либо поднять руки сюда, либо опустить руки. Посмотрите. Я изображаю, что я буду бить гяку цуки. Соперник начнет защищаться чюдан. Пропускает тогда удар в дзюдан. Если я сделаю вот так, надавлю как бы своими руками на него вперед-вверх, тогда соперник инстинктивно поднимает руки вверх, открывает мне чюдан. В любом случае, самое главное, чтобы вот это движение вперед должно быть очень резким. Посмотрите. Ритм, 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 ритм. Оп! Резкое и амплитудное. При этом я должен хорошо контролировать себя. Вот мне очень пригодится упражнение, когда я приземляюсь на одну ногу и держу равновесие на одной ноге. Потому что я должен в этот момент, помните, в конькобежце толкнуться сразу же назад. То же самое здесь. Раз и при необходимости я должен быстро толкнуться назад. Если я буду делать это вот так, то соперник увидит мое состояние и будет атаковать меня сам. Итак, стоп и гоу. Я командую. По команде стоп мы делаем выдвижение вперед юриаши. По команде go мы делаем атаку кидзами цуки. Ай, йой, ай, прыжки на месте. Стоп! Go! Эй! Вот так это будет происходить. Работаем вместе со мной. Стоп and go. Стоп. Движение юриаши вперед. Go. Атака кидзами цуки. Ай, прыжки на месте. Стоп! Go! Эй! Второй раз. Стоп! Гоу! Эй! Эй, прыжки на месте. Третий раз. Стоп! Гоу! Эй! Прыжки на месте. Четвертый раз. Стоп! Гоу! Эй! Эй, последний, пятый раз. Стоп! Гоу! Эй! Эй, ямы. Ошибка, которая здесь может быть в stop and go, это смешивание вот этих двух частей. Смешивать их нельзя. Смотрите. Нельзя смешивать. Стоп – это стоп, go – это go. Go – это вперед. Двигаться. Понятно? То есть мы должны четко разделять. Стоп, go. Сейчас в своей стойке работаем. Я левосторонняя стойка. Команда стоп. Входим глубоко, низко. Go. Чудан гякуцуки. Юриаши. Смотрите. Стоп. Go. Юриаши от передней ноги. Ай-ой, прыжки на месте. Ай. Стоп.
потом go, чудансуки. Первый раз. Стоп! Go! Эй! Продолжаем. Бедро до конца разворачиваем. Второй раз. Стоп! Go! Эй! И выход назад прорабатываем. Двигаемся. Стоп! Go! Эй! А четвертый раз. Сосредоточились. Двигаемся, двигаемся, прессуем соперника. Чуть-чуть ближе, чуть-чуть ближе, чуть-чуть ближе. Стоп! Go! Эй! И последний раз, пятый. Двигаемся. Вперед, назад, чуть ближе к сопернику, ближе, ближе, ближе. Стоп! Go! Эй! Ай-яма! И стряхнули ручки. Вдох. Выдох. Сейчас 10 раз будем делать комбинацию stop and go. Первый стоп. Руки в защитном положении. Я прикрылся. Зашел вниз и вперед. Если на прошлой тренировке основной акцент был на вниз и назад, на сегодняшний вниз и вперед. Потом сразу же атака. Ваша задача не смешать два движения в одно, а разделить их. Стоп. Микро-микро пауза. И сразу же резко взрыв. Гоу. И делаем сначала 5 раз кидзамицуки, потом 5 раз гякудзуки. А и прыжки на месте. Стоп, гоу на один счет, кидзамицуки. Двигаемся вперед, назад. Вперед, назад. Двигаемся, прессуем. Ич! Эй! Двигаемся, двигаемся. Работаем, работаем, работаем. Вперед, назад, ниже, ниже, ниже. Уже готовимся сейчас взорваться. Ни! Эй! Еще работаем, двигаемся. Локти внутрь собрали, ручки собрали. Ниже, ниже, сейчас будет. Сейчас, сейчас момент будет. Сам! Эй! Ждем момент, выжидаем. Двигаемся, прыжки вперед, назад. Ниже, 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 ниже. Щи! Эй! Не наткнитесь головой на удар. Последний раз на кидзамицуки, двигаемся. Вниз, ручки, ручки, ручки. Го! Эй! Ай, продолжаем, работаем, двигаемся. Сейчас стоп. Гоу гякуцуки. Ниже. Чем ближе к атаке, тем мы ниже. Ниже, ниже, ниже. Эч! Эй! Двигаемся. Сейчас, сейчас будет. Ниже, уже сосредоточились. Ниже, ниже, ниже. Ни! Эй! Работаем, работаем, работаем. Расслабились, попрыгали. Ниже опускаемся. Ниже, ниже, мельче движение. Ниже. Руки выше, ниже. Сам! Эй! Еще два раза осталось. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Ниже, ниже, ниже. Чи! Эй! И последний раз. Го! Эй! Эй-яме! Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Потянули мышцы живота. Оттягиваемся. И потянули бицепсы бедра. Квадрицепс. Ножку назад завели. И держим ножку. Ни, сан, ши, го, рок. Ши, чи, хач, кю, дзю. Меняем ногу. Ни, сан, ши, го, рок. Ши, чи, хач, кю, дзю. Нельзя допускать, чтобы мышцы затекали. Мышцы забиваются, особенно если тренировки ежедневные. Нужно обязательно давать им отдых и чередовать типы тренировок. Очень хорошо, если вы занимаетесь традиционным карате, вы для себя в удовольствие тогда занимаетесь. Сегодня ката, завтра кумите. Вы можете чередовать нагрузку и таким образом регулировать все. Хорошо, сейчас икроножные мышцы. Носочек на себя натянули. Ич, ни, сан, ши, го, рок, ши, чи, хач, кю, дзю. Меняем ногу. Спинку держим максимально ровно, а носок тянем на себя вверх. Ич. Должно вот здесь растягиваться. Ни, сан, ши, го, рок. Шич, хач, кю, дзю. Хорошо. Сейчас защитная комбинация. Защитная комбинация заключается в том, что мы делаем защиту активную ударом на опережение. Защитная комбинация – это удар на месте на опережение гиакуцуки. Удар на месте на опережение гиакуцуки – это может быть защитой. Но не попал. Например, на меня шел соперник, я делаю гиакуцуки, он попадает в блок, и я попадаю в блок. Соперник тогда разрывает дистанцию, выходит из атаки, он делает пам, выходит из атаки. Тот момент, когда он делает вот это вот пам, для меня это шанс. Если он потерял немножечко бдительность на мгновение, для меня это шанс. Момент выхода соперника из атаки.
Значит, я делаю на опережение гякуцуки, шиме, складываю бедра, шиме. И отсюда я делаю длинный-длинный гякуцуки, чтобы уходящего соперника догнать. Ойкоми гякуцуки, или еще одно название этой техники, дёдан косоку. Мы отрабатывали это, наверное, месяц назад. Эй, на один счет, медленно, пожалуйста. Дёдан косоку, или ойкоми гяку, начинается как гякуцуки, заканчивается шагом вперед. Защитные гякуцуки. Ич, шиме, ойкоми. Первый чудан, второй дёдан. Ни. Раз, два, три. Сан. Гякуцуки. Шиме. Ойкоми. Ши. Гякуцуки. Шиме. Ойкоми. И последний раз. Гякуцуки. Дай. На опережение. Го. Шиме. Ойкоми. Когда я делаю шиме, сдавливаю свою стойку. Смотрите, что получается. Я гякуцуки делаю, шиме. Я должен весь вес держать на этой ноге. И этой ногой толкнуться вперед. Ну, реально я должен толкнуться одновременно двумя ногами. Смотрите внимательно. Гякуцуки на опережение чудан. Я сижу низко. Вверх не встаю. Низко сижу. Смотрите, как заряжены ноги. Две ноги. Две ноги вперед толкают меня. Обе ноги сразу. Получается вот так. Раз, шиме, два. Второй удар очень сильный, амплитудный и должен догнать соперника. Итак, выполняем сейчас из прыжков на месте. На один счет вся комбинация. Дай гякудзуки, ойкоми гякудзуки. На опережение и с преследованием. Ай, прыжки на месте. Ич! Эй! Ни! Эй! Сам. Эй! Еще два раза. Си. Эй! И последний раз. Го! Эй! И яме. Возможно, ошибка здесь будет такая же, как в предыдущей комбинации stop and go. Это смешивание двух частей. Смотрите. Если их совсем не разделять, то это бездумная работа. Я должен четко разделить эти две части. Я делаю ударное опережение гякуцуки. Я не уверен, что у меня будет шанс. Я должен увидеть этот шанс. Для этого я делаю четкую, ярко выраженную паузу. Стоп. Пам. Пам. Только если я увидел мишень, тогда я делаю ойкоми гяку. Если я мишень четко не вижу, если я не вижу потерю дзэншин со стороны соперника, то тогда я не атакую. Если соперник теряет дзэншин, я могу атаковать. Фам! Можно атаковать. Если соперник собран, у него бедра собраны, шиме, нельзя атаковать. Потому что ойкоми – это длинная техника, и она занимает много времени. Меня могут опередить. Окей. Пять раз в полную силу. Прыжки на месте. Итак, сейчас делаем опережающие гякуцуки. Да, и гякуцуки. Собираем бедра, шиме. Стоп. И ойкоми гяку. Преследующий гякуцуки. Эч! Эй! Кстати, очень высоко не подниматься, когда закончили. Делайте большое хиките. Оба раза хиките. И не поднимайте бедра вверх. Ни! Эй! Вот здесь пониже бедра. Баланс, как при конькобежце. Сан! Эй! Еще два раза. Си! Последний раз самый сильный, самый лучший. Го! Эй! Эй, яме. Эй, кёцке. Эй. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Сегодняшняя тренировка была менее интенсивная, чем прошлая тренировка. Она уже закончилась. Сегодня мы не нагружаемся очень сильно, потому что сильно нагружаться каждый день нельзя. Вот, учтите, пожалуйста, что мы тренируемся каждый день. У нас тренировки в додзё проходят на велодроме. Тренируемся на улице, в додзё. Онлайн тренируемся. Поэтому нам тоже нужен отдых. На этом большое спасибо всем за тренировку. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы позанимались, что вы не поняли. Может быть, мне стоит повторить, написать какие-то термины.
например, там Дзёдон Косоку, Ойкуми. Запишите себе в блокнот, что это значит. Если что-то непонятно, пишите в комментариях, я всегда с удовольствием отвечу. Если вам интересно видео на какую-то конкретную тему, то тоже, пожалуйста, заказывайте, пишите. А также не забудьте отметиться, кто сегодня потренировался. Айкиоцкая. Сейза. Эмбоксо. Суямен, Шинзаньри. Утаганьри. Ос! Ос! Спасибо всем за тренировку. Увидимся еще как-нибудь. Ос!